Инфраструктура троп Матисса. Вот как. Он как поезд по ним ходит. Оригинально, оригинально, коллега. Все, пошел по другой ветке. Детская железная дорога с тигром. Лафи, ты меня что-то это пугаешь. Слушай, девочка, ты что не ешь-то ничего? Или у тебя разгрузочный период какой-то? Тисик ходит. Лафи, слушай, если ты это намереваешься нам полосатых матрасиков подарить маленьких, так ты должна кушать хорошо, Лафи. Да, конечно. Обязательно кушай. Девочка, иди покушай мяско. Ты, наверное, Лафи, просто сытая, да? Ты не хочешь кушать особенно. Да еще и тепло. Гуляй, да спи, в принципе, что делать-то еще. Хотелось бы вот маленькие пожелания, если кто меня смотрит из руководящего состава. Ребят, закрасьте этот, я не знаю, как его назвать уже, тут ржавчину, а. Реально, физическое впечатление убивает, по крайней мере, наполовину так точно. Ну, с этой стороны красиво, нормально. Ай, Лафи там. Переглядываются. Ну, Тис, ты уже с трудом в это пролезаешь в свои пределы. О, шикарно. Вот и повалюшеньки. Лафи любуется на твой брейк-данс. Все. Теперь ты стал сахарным пирожком в пудре. Смотрите, какой кадр. Хоть картину пиши, честное слово. Идиллические картины суровой уральской конюшенной жизни. Знаешь, не велить ли в санки? Ну, кстати, а что бы не велить? Здорово же.